Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Це вас хвилює. Але сьогодні ми з вами не будемо хвилюватись. Сьогодні ми з вами будемо шукати щастя. Або як його досягти. І нам допоможе практичний психолог загальноосвітньої школи номер 14 Ольга Алексеєнка. Олечка, здравствуйте. Здравствуйте. Ви завжди приходите з самими позитивними і передовими советами, как прожить и не тужить. Есть такая замечательная песня, помните, друзья мои? «Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю». Оля, верить в счастье нужно? Обязательно нужно верить в счастье, потому что без веры счастья, ну, не было бы человечества у нас. Обязательно нужно верить. А скажите, пожалуйста, почему достичь счастья трудно? Потому что многие уже обладают счастьем, но даже не знают об этом. Они не задумываются об этом. Счастье – это вообще категория психологическая, и поэтому она вот свойственна для человека. И вот доступно оно каждому, но каждый старается чего-то достичь нереального. Нереального. Да, нереально. Вот он представляет себе, что он будет счастлив тогда-то и тогда-то, когда-то у него будет то-то или то-то, ставит какие-то себе нереальные цели и забывает, что счастье – это не цель, а тот путь, который нужно пройти, достигая эти цели. И они приходят, вот, достигнув, например, чего-то или не достигнув, люди испытывают какое-то разочарование. Да, потому что оно их не радует. Но идя по пути к счастью, человек может быть абсолютно несчастлив в этот момент. А вы говорите, что счастье – это именно путь. Путь, да. По достижению какой-то цели, когда человек познает сам себя. То есть, достигая какую-то цель, он проходит определенный путь, и он познает сам себя, потому что иногда вот мы бываем, вот стремимся к чему, но мы не обладаем этим, и кажется, вот мы будем счастливыми. Но не обязательно обладать этим, потому что, вот, например, есть такая притча, что один путник зимой там в югу собирался идти к другу. Он идет к другу, и перед самой дверью он разворачивается и идет обратно. Многие скажут, ну, ты шел к человеку, почему ты не зашел, да, не поговорил? Не спросил, как дела. Да? Но вот для этого человека был важен этот путь, который он пройдет. Как он понял его, что он увидел на своем пути. И даже разговор с другом мог бы помешать ему в этом. Разговор с другом мог бы помешать ему стать счастливым. Счастливым, да. То есть он уже осознал свой путь, который он прошел. Олечка, если счастье – это путь, то, разумеется, на каждом пути нас подстерегают какие-то ловушки, какие-то трудности. Почему? И какие это могут быть ловушки на пути к счастью? Это получается, что да, дорога к счастью у нас не усыпана розами, и нас подстерегают ловушки. Мы, вот говорят, будь счастливым, у тебя все есть для счастья. И у нас вот даже выработалось вот такое понятие, что вот я счастливая, а если ты уже не счастливый, то ты будешь каким-то лузером. То есть ты обязан быть счастливым. Очень сильно насаждается реклама счастья, да, что нужно быть счастливым. Будешь обладать тем-то и тем-то, ты будешь счастливым человеком. Но самые вот такие вот ловушки, которые нас подстерегают, это первая ловушка – это личный идеал. Личный идеал. Это значит что? То есть мы себе представляем картинку какую-то идеальную. То есть я хорошая жена, или я хорошая любовница, я хорошая мать, я хороший сотрудник, я прекрасна. И вот это все должно быть... Я самая обаятельная и привлекательная. Вот то есть вот это все, оно должно сочетаться во мне в одной. Но... Ну а в ком же еще? Оно не получится, потому что это идеал, который мы сам себе представляем. Представьте, вы и хороший сотрудник, да. Вы и хорошая, да, хозяйка, да. Вы там, да, и хорошие, да, дети. Я леди совершенства.
А возможно ли? Конечно. А хочется ли быть? Ну, не знаю. Вот. То есть соединить, получается, мы себе в идеале соединяем какое-то несоединимое. То есть не хватает суставов, чтобы это все заработало. То есть нужно остановиться на чем-то одном. На чем-то одном, потому что мы не боги, мы не можем быть совершенны во всем. Например, я красивая. Да, вы красивы, вы прекрасны. Вы хороший сотрудник, вы хороший исполнительный работник, вы хорошая домохозяйка. Нет, подождите, вы сказали, нельзя все. Нет, кто-то так, кто-то так. А, кто только на одном, да? Ну, не на одном, но вообще это должно быть вот идеальный образ. Он должен быть живучий. То есть то, что мы должны себе представлять, оно должно совмещаться. Оно должно работать как механизм. Потому что мы не можем прийти после какой-то работы, да, там тяжелого рабочего дня, нам обязательно нужно отдохнуть. Мы не можем сразу встать к плите и начать что-то готовить или браться за пылесос или хвататься. Мы так сорвем себе здоровье. Помните замечательный фильм «Есть кавказская пленница», когда представляют Нину и говорят, что умница, отличница, и, наконец, она просто красавица. Ведь в одном лице соединено несколько качеств может быть, чтобы быть счастливым. Но то, как мы себе представляем это, то есть зависит наше счастье. Итак, первая ловушка, дорогие телезрители, мы выяснили, это идеализация самого себя, правильно? Да. Дальше, Оленька, пойдем. Следующая ловушка – это жесткий взгляд другого человека. То есть, представьте, на танцполе танцует пара. Они счастливы, на них обращены все взоры. То есть, они ловят эти взгляды, взгляды зависти. Или еще, и они считают себя счастливым. И вдруг появляется следующая пара. И взгляды окружающих направлены уже на другую пару. То есть, и что получается? Что у первой пары счастье было на показ. То есть, мы очень часто выражаем счастье, там, выражаем какие-то эмоции, но делая... Показушно, заменяя быть... настоящим счастливым человеком или на показ. Ну да. Или ты счастлив на показ. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Дальше, Олечка, еще какие ловушки? И еще третья такая ловушка – риск потери. А что будет, если мы что-то потеряем? Боимся мы потерять или не боимся мы потерять? Разрушится ли наше счастье в том, что вот если мы что-то потеряем или не разрушится? Вот как бы там ни было, да, говорят, у человека было много, забери у него все и дай половину, то есть он будет счастлив того, что имеет. Здесь очень важно не бояться потерять что-то. Если мы к чему-то очень сильно привязаны, от нас это забирают. То есть мы держимся за это, и мы не можем оторваться от этого. Тогда оно будет обязательно изъято. Да, мы прирастаем к этому. А попробуйте, чтобы это было, как в повседневной жизни. Не обязательно безответно, безоговорочно что-то делать. То есть нужно жить по жизни, плыть по жизни спокойно. 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 А если не получается? Но это уже зависит тоже еще и от темперамента. То есть здесь нужно как бы, чтобы было согласие внутри. Если вам нравится динамика, это же тоже ваше течение, ваша река жизни. Хорошо, живите в динамике, но что-то в другом вы можете не достичь чего-то. Но вы все равно счастливы. Вам нравится такая жизнь, вы счастливы в ней. Вы сами себе признаетесь в том, что оно есть у вас, это счастье. Олечка, вот вы сказали, что не нужно бояться потерь, не нужно бояться что-либо изменить. Кстати, тема бояться, она проходит так у нас с вами в эфирах. Да, страх, наверное, еще недаром говорят, что страх – это оружие сатаны. Страх, все люди чего-то боятся. Вот как ваш взгляд и ваш совет психолога научиться не бояться?
То есть здесь надо посмотреть, очень многие, вот тоже слово бояться или это тавтология, посмотреть в глаза страху. То есть если перед нами закрывается какая-то дверь, всегда найдется другая дверь. Нужно проанализировать ситуацию, почему произошло, почему я боюсь, что страх мы сами себе надумываем. Больше надумываем. Накручиваем, как говорят, накручиваем себя. Потому что, а может страха, вот сама ситуация, может она сама разрешится, там и страха такого нет, а мы сами себя накручиваем. Возьмем, да, дети. Пошли к детям где-то гулять, там, или бывает, родители, бывает, не отпускают детей, потому что боятся, что с ними случится. Или телефон потерять, или украдут телефон, или что-то еще сделать. То есть они накручивают сами себя, они программируют сами себя на то, что, да, действительно, с его ребенком должно что-то случиться. А почему оно должно? Оно не, может и не случиться. Ну да, случится, да не случится. Да, если потеряет этот телефон, если украдут этот телефон, ну ничего страшного, это только материальное наше. Да, он не будет пользоваться телефоном, да, он в следующий раз не возьмет этот телефон, или что-то не такой дорогой телефон, потому что родители покупают иногда дорогие вещи своим детям, а потом боятся, что они их потеряют или разобьют, или что-то с ними делают. Ну да, купил дорогую вещь, а потом не разрешаешь ею пользоваться, потому что она очень дорогая, эта вещь. Кстати, о вещах и о материальном. Хотя вы говорите, что счастье – это психологическая область. Да. Но тем не менее, Оля, мне кажется, что материальное, оно все-таки влияет и на наше счастье. Вот, например, если взять дом, в котором мы живем, как он может отражать наше благополучие и понимание счастья? Смотрите, получается, что мы даже не осознаем ту взаимосвязь, которая бывает между домом, в котором мы живем или в котором жили, и нашим счастьем и нашим внутренним благополучием. Здесь должно предстать вот у каждого человека такой вот образ идеального дома, где человек счастлив. Угу. Дом может быть не обязательно красивым, как с картинки. Может быть даже хижина дяди Тома. Может быть, правда? Хижина. Может быть бунгало какое-нибудь. Бунгало, там. Может быть дача, может все что угодно. С евроремонтом желательно. То есть каждый человек счастлив в том доме, в котором он находится. И у него существует особая энергетическая связь. С домом. С домом. То есть, смотрите, представьте, что каждый человек, когда идет кому-то первый раз в дом, он представляет себе, как этот человек живет в этом доме. Как у него обустроен этот дом. Что, как расставлена мебель, что там, какой ремонт, не ремонт. То есть, и когда мы заходим в дом, мы... И имеем, складываем себе представление о человеке, который с нами рядом. Да, бывает дом, в котором хочется оставаться долго, бывает, в котором даже не хочется выпить, да, стакана воды. Бывает. И очень важно, вот здесь аспекты, вот, например, идеального дома, который вот человек должен быть, ну, по идее, быть в нем счастлив. То есть первый аспект – это убежище и приют. Убежище и приют. Приют, да. Смотрите, мы, люди, это существа очень хрупкие. У нас нет, да, ни раковины, нет ни какой-то там... Мы не себе не таскаем, как улитка, домик куда-то себе спрятаться. Да, спрятаться. Разве что, да, под одеяло. Вот, вот. И получается, мы ищем потребность чувствовать себя в безопасности. То есть... Наш дом – это убежище и приют для нас. Вы не замечали, почему очень часто, когда происходит ограбление или кража, мы чувствуем себя разбитыми? Потому что в первую очередь нам, да, жалко каких-то материальных ценностей, но в первую очередь нарушается наш психологический комфорт и наша психологическая безопасность, что нарушили наше. Ну, кто-то вторгся в наше личное пространство. Угу. То есть, что здесь играет? Обязательно должна быть, ну, крыша над головой, пища, общение с друзьями, то есть, где можно укрыться в той же теплой постельке, когда идет дождь на улице, или холодными какими-то зимними вечерами выпить чашечку чая или чашечку кофе. Угу. Это первый аспект. Второй аспект – это место общения.
Дом должен быть как место общения. То есть, если представить себе, что идеальный дом с идеальной картинкой, какой-то там идеальный ремонт, но человек живет о нем один, поверьте, он несчастлив. Ну, наверное, да. Потому что не с кем общаться. Ну, может, он общается сам с собой. Может быть. Знаете, если он себе подойдет к зеркалу и скажет, с хорошим человеком приятно поговорить. Конечно, конечно. Но очень важно иметь общение с друзьями, иметь общение с родственниками, с любимыми. С людьми. Не с кошками, собаками, птичками, черепахами, а именно с людьми. С людьми, да, с людьми. Ну, можно и с животными. В принципе, это составляющая, ну, как бы нашего пространства. А вас, Оля, не пугает такой факт, вот как психолог, что сейчас все больше появляется людей, обеспеченных, вот как вы сказали, живущих в больших домах и общающихся с собачками, кошками, черепашками, змейками и так далее. Конечно, и не с людьми. Это уже перекос в другую сторону, то есть вектор, который... Да, но они находят, они счастливы при этом? Но здесь нужно смотреть, почему они избегают людей. Все-таки живое общение с человеком, когда человек может со стороны сказать что-то, или да, или лезть, или не лезть, ну, что-то вот общение. Ну, собака, я понимаю, это друг человека. Не, ну понятно, ну, да, но собака все равно человека не заменит. Нет. Общение должно быть живое, должно быть общение с людьми. То есть это должен быть тот дом, когда, куда приходят люди, куда могут прийти друзья, там, дети, родители. То есть, где можно пообщаться? Да, человек может жить один, но к нему приходит. А если к нему никто не приходит? А это тогда уже нужно смотреть по человеку. Почему ему? Да, в некоторых ситуациях это комфортно. Ему так комфортно. Но это не всегда. Все равно тянет пообщаться. Угу. То есть, общение – это один из элементов счастья. Конечно, конечно. И следующий, это очень важная площадка для взлета, образ дома. Вертолетная площадка, я знаю, Оля, на крыше дома, это так здорово. И ты так выходишь, и так вертолет плавно опускается, ты садишься, и с высоты птичьего полета наблюдаешь за счастливыми людьми, которыми являетесь вы, телезрители, правда? Правильно, потому что, в принципе, это пространство, вот оно, это точка, вот наш дом, да, где мы можем уйти и прийти. То есть почувствовать убежище. Знаете, бывает, родители очень часто ностальгируют, когда разлетаются их дети. Конечно. То есть, да. То есть был дом наполнен детьми, и вдруг дети выросли. Человек будет успешно счастлив и успешно в жизни, будет успешен в жизни только тогда, когда у него есть площадка для взлета и куда он сможет возвратиться обратно. Даже если он успешен, но если у него, но возвращение в отчий дом, это площадка для взлета, да. То есть это площадка, это точка, где точка можно вернуться и одновременно взлететь. Да. То есть он в какой-то момент уходит, но он всегда знает, что он может прийти в этот свой дом, где он был счастлив, где, когда возвращаясь вот, после отпуска мы возвращаемся в дом, как мы счастливы, да? Когда где-то мы были, где-то отдыхали, и мы возвращаемся в свой дом. Это действительно мы счастливы, потому что мы находимся здесь, в этом доме. Это наш дом. Это наша психологическая крепость. Психологическая крепость. Есть хорошая поговорка у англичан: «Мой дом – моя крепость». Если воспринимать это буквально, Оля, то это крепость, которая сохранит тебя не только от невзгод и бурь, то есть не только от бурь, но еще и от невзгод. Конечно, да. Мы ищем там защиту в своем доме, и мы чувствуем себя защищенными в своем доме. Исходя из всего, что вы говорите, Оля, главное, чтобы в доме был хороший, здоровый психологический климат. Климат, да, обязательно. Это в первую очередь. Но сегодня мы сталкиваемся с тем, что в розничной торговле, с рекламных щитов все время предлагают людям элементы счастья, например, каких-то там китайских башков, почеши ему брюхо, и у тебя будут деньги, или какие-то красные такие вышитые китайские иероглифы на полотне, или еще что-то, то есть как бы сопутствующие товары счастья. Но неужели они делают человека счастливым? Если здесь, понимаете, здесь как бы вот две стороны медали –
То есть, если человек не уверен в себе, если он хочет чего-то достичь, то ему нужно наглядное какое-то подтверждение того, что он хочет. То есть, мы же не зря создаем, например, карту желаний. Что мы хотим? Карту достижений. То есть, мы наглядно себе представляем, как это неосознанно влияет на нас. Вот смотрите, давайте предложим нашим телезрителям, вот если они сидят сейчас дома, они могут пройтись по своему дому, посмотреть, что им мило, что вызывает у них радость, что у них вызывает счастливые воспоминания. Хорошо, если это статуэтка там, какого-то божества, там, лягушечки, если она у них вызывает радость, и если вот это прикосновение, то есть к лягушечке, и вера в того, что мысль скажет, да, у меня будет больше денег, да, я больше буду благополучна или благополучен человек. Хорошо, пусть это в него будет подкрепление, но мы не забываем, что если идет накопление в своем доме, то энергия застаивается, и ее нужно... Накопление чего, Олечка? Ну, каких-то вещей старых бывает. Знаете, в доме накапливаются вещи, там люди собирают, как-то вот плюшкины вот такие. Угу. То есть постоянно должно быть движение, сквозняк, да? Ну, не сквозняк, просто должно быть движение. Должно быть пространство, оно может быть маленьким, оно может быть большим. Это для каждого человека индивидуально. Но где он будет чувствовать себя комфортно? Ну, некоторые чувствуют себя очень комфортно в захламленной до нельзя квартире, среди старых, сидя на тюках старых вещей. Вы думаете, чувствуют они себя комфортно? А от чего идет? Это, может, другая тема для передачи у нас будет. Оно просто идет из-за того, что захламлен наш мозг. Что-то происходит бессознательно у нас, и оно выливается в том, что человек начинает вот это захламлять свое пространство. Угу. Телезрители, сейчас же немедленно, быстренько встаем и идем чистить свое пространство. Если что захламлено, выбрасываем без сожаления. Ну не нужно, но если что-то разбито, зачем его хранить? Да, я слышала, что у итальянцев есть замечательный такой обычай под Новый год выбрасывать мебель прямо на голову пешеходам. И они так очищают свое пространство, они не так... заботясь о том, кто внизу идет. Ну да. Это уже деталь. И вместе с тем это мелочи. Символ, вот это действие, символ того, что они очищают свою голову. Угу. От всяких вредных мыслей, от всякого негатива. Угу. То есть мы замечали, что итальянцы вообще всегда улыбаются, такие вот, они счастливые вот люди, да? Вы думаете? Ну, по-своему. Да, по-своему. Ну, по-своему, в принципе, каждый человек счастлив по-своему, да, и если для одного критерия счастья, например, кружка пива и рюмка холодной водки, может быть, а для другого нужно холодное мартини, например, тоже неплохо, тоже свой, что-то я на алкоголь, телезрители, извините. Ну, у каждого свои действительно критерии счастья, но, Олечка, есть некий такая общая составляющая, которая делает народ счастливым. Вот не каждого конкретного человека, а вот народ счастливым. Как вы думаете? Составляющая все-таки здесь нужно верить в то, что у нас все-таки будет все хорошо. Вот без веры невозможно жить. Невозможно думать, что вот даже просыпаемся мы утром, мы должны подумать, что у нас этот день пройдет очень хорошо. То есть мы прекрасно знаем, что наша мысль материальна. Мы не раз об этом говорили, везде говорят, с журналов, с телеэкранов. То есть наша мысль материальна. Если мы посылаем какой-то посыл пространства позитивное, значит, оно будет позитивное. То есть вот эта вера в хорошее, вера в доброе, вера в светлое. А если ты послал позитивный позыв, а все складывается негативно? Ну, ты сам себя настроил так. Не может быть. Если ты послал посыл... Уж вот, послал, так послал, да, уже. Позитивно, то... Ну, негатив, да, бывает. Ну, почему оно происходит? Ну, это тогда анализировать нужно себя. Ну, в общем, нужно внимать себе, да, в первую слушать, очередь. Следить за своими мыслями, ценить то, что у нас есть уже. Попытаться, вот да, мы говорили, без мобильных телефонов, да, детям покупают, а попытаться просто прогуляться без мобильного телефона. Мы же раньше как-то обходились без этого. И
прекрасно обходились. Не были. И было все хорошо, в принципе. Но как бы мобильный телефон не делает человека ни более счастливым, ни менее счастливым. Но эта привязанность бывает к вещи. Ну да, да, к вещи. Если там какой-то навороченный айфон, то на 5 минут ты, может быть, и счастлив. Олечка, ну, в общем, главное, что хочешь быть счастливым, будь им, правда? Правильно. Поэтому я вам очень благодарна. Думаю, что все-таки вы наших телезрителей просветили. Самое главное, что счастье, оно возможно, телезрители. Возможно. Поверьте мне. На все доброе.